Слово 25. Хорошо бы дать казахским детям образование, и вполне было бы достаточно научить их сначала хоть тюркской грамоте. Но наша земля, Дар-аль-Харб, к тому же, чтобы отдать детей учиться, надо бы скопить богатство, необходимо знать персидские и арабские языки. Дар-эль-Харб – территория, где не господствует мусульманский религиозный закон. Голодному ли сохранить ясность ума, родить о чести, питать прилежание к учителю? Скудость достатков, межродовые раздоры способствуют развитию в людях таких дурных наклонностей, как воровство, насилие, стяжательство. Будет скот, значит, брюхо будет сыто, а там появится и тяга к знаниям, ремеслу. Начнут люди подумывать, как бы получить образование или хотя бы детей чему-нибудь научить. Нужно учиться русской грамоте. Духовные богатства, знания, искусство и другие несметные тайны хранит в себе русский язык. Чтобы избежать пороков русских, перенять их достижения, надо изучить их язык, постичь их науку. Потому что русские, узнав иные языки, приобщаясь к мировой культуре, стали такими, какие они сейчас есть. Русский язык откроет нам глаза на мир. Изучив язык и культуру других народов, человек становится равным среди них, не унижается никчемными просьбами. Просвещение полезно и для религии. Тот, кто живет раболепствуя, готов продать мать с отцом, родных и близких, веру и совесть ради милостивого похлопывания по плечу. Иной не смотрит на то, что зад оголился, ему лишь бы заслужить одобрительную улыбку чиновника. А русская наука, культура – ключ к мировым сокровищницам. Владеющему этим ключом все другое достанется без особых усилий. Казахи, обучающие детей в русских школах, пытаются использовать их грамотность как знак превосходства в распрях с сородичами, избегая этих намерений. Стремись научить детей честным и разумным трудом добывать свой хлеб. Пусть другие последуют доброму примеру, тогда мы не будем терпеть произвол вельможничающих русских, коль у них нет единого для всех закона. Нужно учиться, чтобы узнать то, что знают другие народы, чтобы стать равными среди них, чтобы стать защитой и опорой для своего народа. Пока из той молодежи, что получила русское образование, не вышло выдающихся личностей, потому что родители и родственники портят их, сбивают с праведного пути. И тем не менее, они намного лучше тех, кто не получил никакого образования. Жаль только, что всей их образованности хватает лишь на то, чтобы растолковывать чужие слова. Состоятельные люди редко отдают своих детей в учение. Они, скорее всего, отдают детей бедняков на поругание и унижение русским учителям. Чему они могут научиться, эти несчастные? Ссорясь с родственниками, некоторые восклицают: «Чем терпеть ваши обиды, отдам сына в солдаты, а сам отращу волосы и бороду». Не боятся такие люди ни божьей кары, ни людского позора. Чего может достичь отпрыск такого человека, если даже и получит образование? Да и многое ли даст ему это образование? Далеко ли уйдет он от других? Учится абы как. Пришел, посидел, ушел. Никакого стремления, никакого усердия. Отец с трудом соглашается отдать ребенка в учение, когда кто-то другой берет на себя все расходы. Разве он согласится расстаться с добром ради обучения ребенка? Мой тебе совет. Можешь не женить сына, не оставлять ему богатых сокровищ, но обязательно дай ему русское образование, если даже придется расстаться тебе со всем нашитым добром. Этот путь стоит любых жертв. Бога почитай, людей стыдись. Если хочешь, чтобы сын твой стал человеком, отдай его в учение. Не жалей добра. Останется он необразованным негодяем. Кому от этого польза? Станет ли он утешением для тебя? Будет ли счастлив сам? Отблагодетельствует ли свой народ?